Got a stroke at the store, stroke on the smoke. They tell me to quit, don't understand what I'm told. They help me forget that this. Всем привет, дорогие друзья, и в этом видео я буду играть на абсолютно новом режиме, который называется «Монеты». И, друзья, сегодня в обнове добавили этот режимчик. Обнова называется «Золотая лихорадка». Ну, естественно, понятно, в честь этого режима назвали обнову. То есть, по поводу, друзья, режима. Он абсолютно фановый, абсолютно, как говорится, для релакса. Статистика не идет, друзья. Суть режима — собирать монетки с попугаями. Да, да, забавно, забавно корейцы придумали. Собирайте спокойно монеточки, валите других противников, можете завалить и забрать монеты вашего противника. То есть, да, по сути, как мясорубка. Каждый сам за себя. Я выходи сюда. Опа, забрали пацана. То есть, есть два, друзья, типа монет здесь. Это золотые и обычные серебряные. То есть обычные серебряные дают там вроде 5 очей, а золотые вроде 30-очка там. Ну их-то можно комбинировать и, в общем, если вы когда-то собираете там вроде 2 золотых, 2 золотых монеты, ваш счет увеличится в 2 раза. Поэтому да, друзья, такое по фанчику побегать, без какого-то напряга, без бомбежки, как это бывает на рейтингах, как это бывает на КБ. Такая, да, друзья, обнова. Ой, кстати, сегодня играю я с такой вот ППшечкой, вернее, даже с двумя ППшками. Dual Stair Tempo Ghetto. Давайте поиграем. Добили пацана. Последняя пулька. Нет, я не попал. Так, друзья, давайте перейдем к ППшке. Чем ППшка это интересно? Тем, что вы нажимаете правую кнопочку, и бас достается вторая ППшка. Мощность увеличивается, друзья, но также они становятся тяжелее, нежели одна вот эта вот. Поэтому очень интересная модификация. Я, в принципе, перед тем, как выбить эту ППшку, я знал. Знал, что она какая-то особенная. Но, друзья, я что-то думал, там, знаете, вот такие-то вот эти пули, которые задерживают противников. Я думал, такая вот у нее функция. Но, как оказалось, все довольно-таки интереснее. То есть, говорится, друзья, ну вот это хоть какое-то разнообразие в игре, да, знаете, а то добавляют какие-то там одни там калаш голд, калаш арес голд, потом калаш еще какой-то. А вот это, друзья, хотя бы что-то новое, вот хотя бы как-то кэф развивается в виде там новых оружий. Вот это, друзья, годно, да, действительно, интересная модификация. Смотрите, как пошла, жара пошла. Что там, 135 у нас этих баллов, маловато, да? Ну, ничего страшного, как говорится. Там кого-то я видел. А ну иди сюда. Я такие ППшки. Кстати, друзья, выбил я эти ППшки с халявных капсул. Кто не видел видосик, я могу скинуть в описание. Нормальненько мне так выпало. И калашик выпал. И эти ППшки на основу, кстати, друзья, прикиньте, на твинки вообще. На твинки ничего вообще не упало. Хотя я крутил на основе, думал такой, о, сейчас на основе выпало. Две штучки, типа, потом. Сейчас на твинках что-то обломится. А, ну, как видите, на основе только выпало. Ну, тоже неплохо. Кстати, друзья, давайте поговорим по поводу обновления. Хочу вам рассказать несколько, как говорится, новых фишек. Теперь, друзья, перед загрузкой матча, вот эта менюшка, как говорится, загрузочное окно, вернее, да, уже поменяли, наконец-то, да, в кое веки. То сколько, наверное, в кэфе не меняли вот эти окна, я не знаю, друзья. Были вроде и другие окна на картах 2.0. Все, друзья, теперь наконец-то везде уже поменяли. Поменяли, разнообразили игру, да, это плюс. Потом еще, друзья, есть какая-то там фишечка, я смотрел на складе. Вы можете удалять оружие, которое у вас на время, в определенное хранилище. И в этом хранилище, друзья, оно... Вроде там 15 дней или 14 хранится. И потом вообще удаляется на совсем. То есть, да, тоже довольно-таки интересная функция. Например, у вас там в ЗМ-ке, да, выпала броня, а потом вы получили броньку за ежедневку. Она не суммируется, да, по сути. Зачем вам лишнее место на складе? Бац, все, удалили, все. То есть, это, друзья, тоже плюс. Также М-ку сегодня Redline добавили в магазине. Что там, 45 кредитов вроде один день. И 400 кредитов на месяц. То есть, да, не знаю, почему мы так решили, говорится, внезапно добавить капсулу на дни, друзья, я не знаю. Так как M-Cardline это прошивчик.
довольно-таки кемка хорошая. Я не знаю, может кто-то я расщедрюсь, закину бабки, возьму ее там на 30 дней или хотя бы даже на один. Но не знаю, друзья, не знаю. Пока что пушек хватает, как-то донатить вообще неохота. Неохота, друзья. Давайте, давайте, запирайте этих. О, кстати, смотрите, друзья, я уже 250 очков я набрал, а наша цель, друзья, это 700. Кстати, может, я еще и буду этим асом. Да. Давайте собирать, собирать. О, чувак с этого, с люкса. А, добавили сегодня кольцо, короче, новенькое. У вас, получается, на этом, на прицельчике сбоку будут показываться ваше здоровье и патрончики в магазине. Я не знаю, друзья, по мне это бред. Это уже, не знаю, чересчур. Знаете, говорится, создали кольцо, а бы что-то создать. А покупать я его не буду. Если вот это вот кольцо я покупал, какое-то там, я не знаю, типа вроде, то оно хотя бы показывает урончик. Видите, оно немножко измененное. Измененный прицельчик. То там, друзья, я не вижу вообще какого-то смысла кидать бабки на то кольцо. О, забрали пацана. Сейчас скоро будут эти золотые монетки. Из золотые будут нормально даваться этих, как его, очков этих. Чувак с этого стира. А вот, друзья, если выпал бы мне дробовичок с этой, с гетто, с этой капсулы, вот это, друзья, было мясо. Так как дробовик тут жесткий, думаю, вы в курсе, одна пуля решает там с этого дробовика заряжать и по пульке, по специальной там какие-то бронебойные пульки. И она, по сути, как АВМ, сносит на длину мощно. Чувак, как ты так меня обошел? В общем, да, друзья, хотелось сегодня писать видосик с щитоком, граффити, но... Ну, смотрю, такой добавили режим, нужно записать режим, новый, обнова. Щитоком я там по времени еще успеваю, у меня вроде на 15-14 дней есть. Поэтому видосик с щитоком обязательно будет. Ну, иди сюда. Чё, нас кто-то даже, друзья, не обгоняет. Поэтому все надежды на нас. Опа. Когда уже буду добавлять эти золотые. Опа. Ну, друзья, за этот, как его, за его такого, такой ППшки нету, насколько я знаю. Я помню, была типа в промо КФС такая ППшка. Также вроде давалась она за это, за новичка там что-то, за миссию новичка или при создании аккаунта, вот я не помню. Давайте собирать эту ерунду попугайчиков. Попуганчиков 355. Я не знаю, друзья, 6 минут осталось. Я не уверен, что мы соберем за 6 минут. Ну, давайте вот 2 ппшки, да, тут прикольно. Прикольно сделано. Хотя, друзья, полный зал. А, ну-ка, иди сюда. Навесим тебе хедшотик. Ну, вот еще один попугайчик. Опа, мне дали 20 этих. 20 монеток. Также, друзья, там смотрел, добавят в скором времени пистолет хороший за ИО, друзья. Я думаю, вы, может, знаете, ЗМ-ка есть, это третья. И там есть такой хороший пистолет, мощный такой. Типа Регенбал, я не помню, как он там называется. А теперь, друзья, его добавят просто за ИО, это будет круто. О, наконец-то появилась эта золотая монета. Давайте сейчас тут возьмем ее, она должна появиться. Ну, давай. Появляйся, елки-палки. Ох, моща, вот она, золотая монета. Все, друзья, если я сейчас получу еще одну монетку, то по сути мы даже доиграем эту игру. Так как у нас будет вроде в общем счете 800. Ладно, я никуда не спешу, давайте подождем. Вдруг нам сейчас фартанет. И мы заберем монетку нашу. Сейчас, друзья, она, я уверен, появится. А, нет. Нет, к сожалению. Завалили меня. Завалили противники. Чувачка, так нормально там монеток. Почти добрался до золотой монет. А, ну иди сюда. Давайте еще их искать. Золотые. Ну или обычную монетку. Дефолтную.
оттуда бегают. Привет, чувак. Привет, ты здорово. Где... О, наконец-то золотая, друзья. Не успел, не добежал. Практически, как говорится. А вот чувак еще сидит. Что-то, друзья, две минутки, я не знаю, успеем, не успеем. Ну, тут должно, видите, друзья, такое место появления этих монеток. А теперь, друзья, я вам предлагаю побежать за следующей монеткой. 120 метров. Если, правда, ее сейчас никто не поймает. И меня не сольют. Ну, меня слили. Ничего удивительного. О, золото, друзья. Еще один шанс для того, чтобы, говорится, получить X2. Нет, 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 не судьба. Не судьба, друзья, мне получить сегодня, наверное, X2. Ну, давай, появляйся, монетка. Мы тебя подождем. Давайте возьмем сразу два штейра. Вот теперь куда нам надо бежать? Вот, тут она недалеко, но опять меня кто-то сливает. Опять не могу я все-таки добежать. А, друзья, нам 30 нужно сделать... Ой, вернее, не сделать, а 30 очков получить. Золотая. И что, друзья, давайте закончим. Что же, друзья, так мы поиграли на новом режиме с такой вот ППшкой. Как видите, такие мини-награды даются этот режимчик. Всякие кулончики, всякую дичь. Поэтому, друзья, на этом будем прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. С вами был Илюха. Всем пока.